Приветствую на канале Asmodee Play. Мы играем Hitman 3. Итак, у нас борцы за свободу. Доброе утро, 47-й. У нас появилась информация о таинственном клиенте. Компьютерные специалисты МК выяснили, что анонимные данные нашим клиентам отправляла некая Оливия Холл. Хакер и активистка, подозреваемая в десятках случаев кибервандализма. Холл приложила немало усилий, чтобы скрыться с помощью лукавой... Так, она умная, но мы умнее. Короче, она скрывается. Ее цифровой след привел нас к уединенной ферме в Колорадо. Судя по видеосъемке, полученной на станции, там расположен закрытый тренировочный лагерь, который руководит уже знакомая террористическая банда. Австралийский экотеррорист. Так, разыскиваемый за организацию... Так что на данный момент он наш главный претендент на роль таинственного... Так, под давлением совета попросили нас проникнуть на ферму и устранить Шона. Вместе с ним в списке три особо важных. Основной специалист, бывший сотрудник Интерпола, бывшая наемница и контрабандистка. Хорошо. Буду с тобой откровенно, уже не первый раз решение... Кажется мне поспешным, и мы не можем пройти против совета директоров. Ну, это понятно. Нам надо выяснить истинные цели. Так, является ли угрозой для МК или нет? Готовься. Ну все, я готов. Четыре цели. Хорошо. Все люди. Так, для сюжета задания можно настроить или полностью отключить из меню игровой процесс. Ничего. Четыре цели, да, сложновато, конечно, будет. Ну, я думаю, справлюсь. Я же варварски действую. Поэтому никакой деликатности с ними нет. Пулю в лоб одного, вообще он в спину две пули выпустил. Просто из-за вредности. Добро пожаловать в Колорадо, 47-й. Группировка боевиков организовала штаб на старой ферме. Похоже, что сейчас бойцы обучаются выполнять координированные действия от кибератак до полноценных боевых операций. Судя по всему, таинственный клиент объединяет экспертов и радикалов со всего мира. Наемники, террористы, хакеры. Какая-то неизвестная общая цель. Спутниковое сканирование показывает, что командный пункт находится под землей внутри старой штормовой башни. Однако... Понятно. Это место крайне опасно и очень хорошо охраняется. Так что будь осторожен. Удачи, 47-й. Так, давайте... Мне охота потом это опять все выслушивать. Что у нас имеется? Ой, у нас что есть-то, подождите. В наличии-то. Удавка, камера. Зачем мне камера? Ну давай. Так, надо переодеться во что-то. Сюда идем. Так. А вот и вход. Да что у меня звук-то пропадает? Так. Я бы на посту охраны смотрел, а там заложника допрашивает. В маске напечатано на 3D принтере. Это, наверное, Берг. Да, у этого парня особые методики допроса. Вообще нестандартный подход. У него всякая там сыворотки. Ничего жестокого. Но они не любят метить пациента, так сказать. Эти ребята из Моссада любят ребят. Берг. Эйза Берг? Да, знакомое имя. Специалист по допросам с использованием
Говорят, с этой импровизированной лабораторией он кого-то там уже делал. Так. Язык проглотил. Итак, легендарный и похожий, вот-вот будет передозировка. Оперативник Мадаса, специалист по допросам с использованием медикаментов. Судя по всему, он здесь, чтобы допросить заложника. По нашей информации, в гараже он устроил импровизированную лабораторию для создания препаратов, однако большую часть времени он проводит в подвале. Возможно, это шанс. Вот он, шанс для начала. Мне переодеться надо. Хотя я могу вас всех здесь расстреливать сейчас. Опа, 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 опа. Ой-ой-ой. О, ни хрена себе. Ладно. Загрузить. Вот поэтому я и говорю, что, блин, надо было... Да, отойди ты. Так, она в подвале, это мой шанс, да, значит? Давай. Рассказывай. Открывается сюжетное задание. Так, а как можно отвлечь-то вас? Здесь так шарахнет. То есть вроде как несчастный случай устроил. А у меня нету инструмента. А он там нужен вообще? Это мы знаем. Так, теперь сохраняемся. Давайте, я хочу посмотреть. Ага, нет инструмента у меня. Убили. Так, но зато я теперь знаю, что инструмента у меня нету, поэтому я не могу сделать теракт, диверсию. Давай по-быстрому иди. Блин, он его спалил. Так, ладно. А как нам быть? Просто задушить его. Давай просто задушим. Пробуем всякие варианты.
Так. Ну давай. Вроде убрал. Блин, заметил. Давай. Тогда я прятать его не буду. Так, минутку. Оружие. На. Ух ты. Так. Вот так. Давай-ка тебя сначала выкинем. Там же второй придет. Правильно? Так. А кто где? Да вы чё, падлы, подождите. Значит, мне его придется подтаскивать. Ну, блин. Да чё так все у вас не как у людей-то? Ладно, подождем. Сейчас тот придет. Опа. Давай спрятать, надо успеть. Это ты, наверное, вызвал этих ребят, которые прибежали сюда. Так. Надо найти инструменты. Ключи. Ну давай-ка я вот здесь вот. Нету шила, да? Давай. Курящий, правда, уже ушел. Ну, мало ли, вдруг подойдет, так хоть будет отвлекаться.
Так, бери его. Даже вытаскивать не буду. Блин, вот они еще тоже. Shelter now. Yeah, it has a 5-year food reserve. 50. Stop right there. Ready to engage. Got a hollow point in the chamber with your name on it. Тебе что надо-то? Hey, you in the costume. This is not the place to play dress up. He's crazy. Cowboy up, you little bitch. Короче, не получилось. Ай-яй-яй. Как же, блин. Мне с вами сложно. Отвертка где? А, камера наблюдения, да ради бога. Сходи, посмотри. Так, а я пока уйду. Ключи я взял. Так, идем сюда. Что мы видим? Нам не хватает инструментов. Parvati's Parvati. I think Rose wants to lead. Fiercely dedicated. Так, что у нас есть? Это что-то отвлекающее, ладно. Так, у нас скоро там взрыв будет. Ну давай. Иди выключать. Тихо. Вот она. Ага, хрен он там. Где ты? Блин, не получается так. Ладно, пойдем наверх. Что наверху у нас? Ой, у нас там еще кто-то.
Ну давай посмотрим, что у нас наверху. Блин. Так, ладно, спустились мы. И этого. Давай-ка вот сюда тебя затащу, чтобы ты там не маячил. Так. Что у нас здесь? А, форма. Нет отвертки. Keep that gun hosted, son. Да подожди ты. Надо отвертку нам. Так. Пошли со мной. Пока тебя никто не видит. О, вот здесь полежишь. Пошли дальше. Вот она. Блин. Кто тут есть? Блин. So you're all set for the sting? Sure. Got a badge in my pocket, prep my lines, shouldn't be a problem. Almost game time. Think you can hook her? Graves is new. Взять ключ от внешних ворот. She's paranoid enough to bite. So Rose basically wants you to pretend you're with Interpol. Get her to come with you, and then what? I'm supposed to command. I've arrived at the location, and it looks clear. Back to smoking and joking. Over. What if she takes the bait? Roger, command, Wilco. Nope, still sweeping. Understood. Out. Ну. Тихо.
Так, в мешочек упаковали его. Куда-то потащил. Ну ладно. Его проблемы. Так, тут можно прятаться, да, от них? Вот в это пугало. Опа. Да что тебе надо? Я пошел. Блин, нету отвертки. Как я буду пакостить? Вот. Нашел. Вот, нашел. Наконец-то. Две даже. Так, уходим. Ну теперь с отвертками-то. Идем в домик. Даже не знаю, что ты там стоишь, конечно. Блин. Как так-то? Мне пора уже выносить их. А я все еще с вами тут танцульки устраиваю. Understand. Уж то я-то не пойму, при моем-то при уму. Ну, я так понимаю, надо еще и воду включить будет. Все верно, я понимаю. Так, уйди, уйди. А ты что хромаешь-то? Все, я пошел. Сами выключите, ребятки. Да, его сейчас током. Подожди, сейчас. Минус 2. Это уже хорошо. Это уже хорошо. Минус 2. Так, где я что могу напортачить тут? О, кстати, вот этого могу задушить. Курить полюбил. У меня яблоки есть. На всякий случай. Давай, вот сюда вот я подтяну.
поднимем, бросим. Он нам не понадобится. Это Пенелопа Грейвс, известная аналитика дела по борьбе. Понятно. Это одна из наших будущих жертв. Ой-ой-ой, ребятки. Ну-ка, давайте-ка я напакощу вот здесь. А чё, вы сразу двое, что ли, пошли? Странные вы. Мы с Тамарой ходим парой. Тихо. Спрятали. Пакостим. Тихо. Блин, я тебя далеко тащить. Вон еще кто-то там ходит. Ой. Где еще что есть? И оставим здесь. Что тут было? Так, ладно. Этих мы вывели из строя. Так, она так и будет кругами ходить. За ней еще эти двое увязались. Так. Что у нас здесь? Вот так вот. Ага, подожди, стой. Сразу спалили. А что нам надо, можно здесь сделать-то?
Блин. Да как с вами разговаривать-то? Да ладно. Так, тут вода. Задушить их, что ли? Давай, давай. Спокойно. Прячем. Тела надо спрятать, это самое главное. Так, поднимем. Поднимем. Is that a weapon? Jesus Christ. Так, активировано отвлекающее средство. Ты давай, ты идешь сюда или нет? So I just found out that Parvati was a Tamil tiger. Those were some seriously hard people. Идем. Блин. Как... А, я не могу. Не могу, ладно. А знаешь, что у меня есть? Твою ж мать, а чё вы? Поговорили, все, расходитесь. Ты куда идешь? В сарай, нет? Нет, не в сарай.
Да как вы так палите-то меня? Ладно, сейчас включу тогда сигнализацию, может так вас... А у этого что-то на столе лежит. А чё вы двое это сразу? Блин, нет, нифига, так не получается, ладно. Будем по-другому тогда. Вот тут, блин, так. У меня там баба еще, кстати, ждет. Отравить. Зачем мне тебя отравлять? Сдался ты мне больно. Ты. А знаете, что я придумал? Так, она что, так этого ждала? Ну давай посмотрим, чем ты занимаешься. В этом доме никого нету уже. Тут тоже. Может, ты где-то что-то ешь и пьешь? For a while. Just wondering how you're finding it here. Sean Rowe. It's okay to work with. Well, to be honest, he gives me the creeps. Честно говоря, мне не очень нравятся его методы. Так, помните такую фразу, вот я такой. И дистанционные взрывные бомбы. Okay. Это неправильно. Anything else you can share? Anything I need to look out for? It's hard not to respect the skill. I wouldn't look to him for leadership, but as a bomb builder, he's second to none as far as I'm concerned. I think we all share that feeling. Так. Как-то этот свет надо отключать. Что тебе в теплице понадобилось? Sorry, sir, you don't appear on my list. Ой, да я туда и не собираюсь. Вот она. Пьет. Вот что значит надо отравить. Graves is down. Excellent work.
Что, найдено тело? Что случилось? Так, а где второе тело-то? Вон оно. Так. Ладно. Найдено тело. Что тут у нас? Что-то взял. Слиться с окружением. Включить. Ну, что ты можешь сделать? Ну заходи, заходи. Спрятать успел? Часы судного дня. Неизвестно, судя по этим чертежам, Шон Кроу занимается созданием взрывающейся батарейки для умных часов. Ничего. Опаньки. Что, курить не будешь? Майя Парвати, шри-ланкин ассасин, turned pirate, turned insurgent. Я думал, ты курить будешь. Я зачем там дырявил-то бочки? Так. Слиться, да? Как бы на тебя ее уронить? Давай, где-то что-то должно же выстрелить. Людей все меньше и меньше. Так, туда мне нельзя. Он стрелок. Ладно. Вот этот какой-то легенький, да?
Так. Ой, подожди, подожди. Давай-ка. Что у меня есть? У меня есть яблоки. Wait a minute. Блин, не так. Перестрелять их, что ли, там всех? Noise. I'm gonna check it out. Please stand by. Don't let this get to you, man. Calm and smile. Calm and smile. That's it. I'm not kidding. Да, подожди ты, блин. Ну, примерно так это должно выглядеть. Ладно, сейчас яблоко тебе дадим. Где яблоко-то? Кто увидел? Hey, you, stop the strangling. Да идите вы нахрен! Вот. Я спокойно сюда прошел. Что ты там вот в окно выглядываешь? У вас здесь есть что-нибудь отвлекающее, маневр какой-нибудь? О, он вышел, куда-то пошел. А куда ты пошел? Что тебе там надо? Отсутствует. Я какой-то ключ же брал. Отмычка отсутствует. Ну и все тогда. Найдено тело.
Ну давай. So I've started practicing breathing underwater. If I train hard enough, I've heard that. Бля, ты что там делаешь? Найди на тело, пусть пока его там освежевывают. Ой, да, надо вперед. Я тебя так долго тут искал. That is Sean Rose, terrorist turned insurgent. Прошу прощения. Sean Rose confirmed down. Nicely done, 47. Давай-ка тебя вот сюда протащу. Так, минус еще один. Так, теперь мне туда не надо. Теперь мне надо как-то вот здесь вот разобраться. How are you, recruit? Че, ты еще не помер здесь? Ну-ка давай. А я чем от вас-то отличаюсь? Ну-ка. Понятно. Блин. Что, вас тоже за людей не считают? Ай-яй-яй-яй-яй. Мне вот туда надо. Ну-ка. Follow me. А. Oh, Jesus. Пойдем. I have an excellent sense of character. Ну пойдем, пойдем. Very trustworthy, mister. Glad we're getting along. That's it. Run along now. Все, все, все. Все, понял. Пойдемте со мной, мистер. Все понял. Так, а как бы. Так. Яд есть. Ты опять в этом теремке? А кого это там убил? That is Ezra Berg, former Mossad interrogator. His services are in demand at the moment.
Ты как? Так, ты оттуда не выходишь, понятно. Надо, блин, узнавать, как они ходят, патрули и чё они тут. Dare I say it, recreation. If you've seen anyone run off with it, please let me know. I need it for the interrogation. Besides, in the wrong dosage, this will kill you. Now consider yourselves warned. Sorry, Mr. Berg. I haven't seen it. I'll keep an eye out for it, all right? Так, это я под кого замаскировался? Неизвестно. Так, посмотреть сведения, счет за нитроглицерин. Hello, trooper. Так, я тоже в дом могу, да, пройти? Hi. Блин, а тот меня заметить может. Ты сопровождаешь его. Так. Дверь заперта. Что мы тут имеем? Так. Вот, тихо, 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 тихо. Так, а я что, не могу переодеться? Так, спрятали труп. Мороженка будет. Так, это тоже возьмем. Вот здесь скинем. Нам оружие не надо. Мало ли. Где-то тут что-то... Сюжет... А, во. Устранена, устранена. Блин, не то. Так. Загрузить. Давай, загружаем. Надо же по-тихому его. Пока никто не видит. Уложили. Так. Так. И вот так. Сохранились. Смотрим. Так, плиту. Устроить утечку. Блин. А почему я сам-то, я не хотел же ее поджигать.
Я хотел утечку устроить с двух сторон, чтобы она там точно была. Разнесло там, чтобы все. П. Отключить. Так, и вот теперь устроить утечку. Не знаю, как это должно, конечно, было сработать. Ну и ладно. О, ключ. That's what it does. It's a 3D printer. It prints things in, wait for it, three dimensions. I know what it does. Давай отравим. Конечно. Could we print out our own weapons? Sure. Maybe a small gun for something really specific. Beautiful tech. Смотрим, что у нас получилось. But old school weapons are still cheaper. Ой. Так, какой-то новый уровень нарцизма. Тупой осел. Hello. Так. Ой-ой-ой. Что сейчас будет? Скопытился. Да блин. Все так хорошо было. Так, наверху он. Где они? Первый, ой, как далеко. Второй там. Что мне дома здесь делать тогда? Сколько вас там надо еще поуничтожать-то? Подожди. Да нифига ты. Так, ладно. Ты сейчас будешь выходить. Побежите туда. Блин. Давай. Что ты сделаешь? А почему вы сюда-то прибежали? За каким хреном так?
Ой-ой-ой, что случилось? Так, здесь все чисто, так, ладно, давайте идите. Так, у вас-то здесь никакой диверсии не сделать. Давайте я с вами буду искать. Найдено тело. Хоп. Давай. Так. Ой, я шороху-то навел. Где ты? Так, ладно. Что-то смотреть. Так, взять. Все взять. Так, это F1. Галлюциногены. Галлюциногены. Так, идеальный для добавления в сигарету. Так. Что у нас здесь? Ладно. Ты придешь сюда потом, да? Курить. Все, так, давайте посмотрим, как стрельбище наш поживает. Я могу выйти на стрельбище? Не могу. Мне надо крутой костюм, а где бы его взять? А вон поверху, смотрите, можно как-то. Как-то вот я сюда попадал, только как? Вот как, я не помню. Вот ходишь же, ходишь. Я уж и масло пролил. А подождите, может мне в него надо переодеться? Не помню. Ну давай, иди. О, тело тащат. Блин, да как не вовремя-то вы? Блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ж такое подозрительное-то? Так.
Подождите, возьмем кирпич. Вот такой я Плюшкин. Подожди, стой. Ой. Подожди-ка. Вот сюда оттащу. Куда тут можно труп-то деть? Блин, да... Вон оно что, Михалыч, подожди. Он курит. Ты знаешь, что курение убивает? Это был несчастный случай. Так. Залезли. Так. Нет, мы уж наверняка. Так. Сейчас мы от тебя избавимся, подожди меня немножко. Избавиться. А вот как вот этот мешок сбросить? Так, нам сюда, сюда. А я свой, прикиньте. Так, замаскироваться. Нет, тут что-то другое надо. Идем, идем. На. Где у нас что есть? Так. Это что у нас? Замаскироваться? Слиться с окружением, да. Опа. Так.
Травим, конечно. Смотрим на твои дальнейшие действия. Ты там почему не взорвался еще? Так. Отключить. Кто орёт? Что-то случилось? Тело, да, найди, нашли. Ну, так постреляли, опробовали. So, not to be a pain. Мне хотелось бы. Эй, ты кто? Подожди, ладно, подожди. Давай так. Значит, ты против, да, что я отключаю, хожу и пакощу? Так, найдено тело. А с тобой-то что? А я ему шею не сломал, да? Что случилось? Так, подожди. Я знаю, что сделать надо. Да где ты? Лесенка-то. Подождите, я уже бегу. Блин. Тихо, 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 тихо. И еще один. Только я уже не буду делать этих ошибок. С террорюгами разговор короткий. Я даже не знаю. С кем ты там? Ну-ка. Ага. Я уже замаскировал, значит, в эту одежду. Ну, пойдем. Так, это за околицей у нас нашли. Куда ты бежишь?
Так. Так. А кого нашли-то где? Ой-ой-ой. Area is clear. Moving on to next location, over. Так. Red leader area is clear. Moving on to Delta Zulu, over. Теперь что будете делать? А, я же могу ходить туда-сюда. Я же вроде как свой. Big Cat, I've arrived at the location and it looks clear. Over. Ну-ка. А если я вот так вот сделаю? Ага, нападение замечено. Блин. Хреново. Ничего страшного. Блин, и так уже затянул что-то игру эту. То есть не игру, а миссию. Ну отойди. Ой, так. Кого вы тут? Навыдумывали-то? Что случилось? Не понимаю я вас. Да подожди ты, отойди. Как-нибудь оригинально, да? Изощренно. Активное отвлекающее средство. Активировано отвлекающее средство. Давай. Блин, тут бы хоть бы крестик показывали, где примерно. Ладно, сейчас разберемся. Proceeding with caution. Over. I've got a body on the ground, not wearing any clothes. Кого-то опять прибило. Да что ты будешь делать? Чего вам так не везет? Кто на этот раз? Бедняжка. Нам будет его не хватать. Так. Так. Кто-то кого-то нашел. Блин, вот куда прятаться, да, значит, вы будете. А ничего, что там два трупа уже есть. Да, я тоже спрячусь. Да ты меня почему не пускаешь? У меня за ней охота такая, блин, прямо пипец. Давай. Сохранить.
Блин, ну это реально что-то долгая миссия у меня становится. Че, все? Lock and load, gentlemen. Call sign Niner. I'm here now and area is clear. Out. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, тварь ты такая. Ну пойдем. Че, тебя много теперь будет сопровождать? Так, так, так. О, блин, еще и у дверей встал. Давай, утаскивай его. Блин, другой тащится. Ну-ка, если вот так вот. Запарила ты меня. Как ты меня достала? Тут вот еще тоже. Давай-ка зайдем сюда, спрячем тебя вот сюда. Кровь, правда. Так. И когда ты пойдешь туда? Что вы все такие паникеры-то? Я уже и отравил все, что можно вам. Все для вас. Одежда не та. Хорошо. Так, надо нам выбрать. Что нам выбрать? А вот выберем. Вот и все. Быстренько. Ну что, теперь-то я как вы. Там, кстати, это я травил это. Где? На кухне. Упаковано. Какая прелесть. Пойдем, ты куда пошел? Hello, sir. Привет. И тебе не хворать.
Я для тебя травил специально там все. Почему ты не отравлен все еще? Не. Проникните в штормовой бункер. Ага, вот. Куда мне надо. Окей, на. Так, ладно. Я как понимаю, он вот здесь вот. Okay, here's a scenario. Say a perp is getting away, right? He's running the best he can. Let's say he's shoplifted or something. So would you take him in the net slash face or take him on the ship? У нас есть, знаете что, кухонный нож. It appears the door to the tornado shelter is protected by a biometric lock. Командный пункт, штурмовой бункер защищен сложным биометрическим замком. Вероятно, там и расположен командный центр. Если мы хотим узнать планы командования, то после устранения цели нужно его посетить. Судя по плану фермы, вход расположен в подвале. Так. Чтобы попасть, нужно... Блин, что-то... Что мне надо, я так и не понял. Ладно. Проникните, добудьте лицо Шона Роуза. Ну ты ни хрена себе. А тут можно поверху спуститься было. А, мне фотографию надо, получается. Так. Так, это я что делаю? А, подожди, подожди, есть у меня. Вот она. Не понял. Нет? Или что, это скриншот? Не понимаю. Нет, это нам не надо. Так, надо идти наверх куда-то. За фоткой. Я так думаю. Слиться с окружением, вот это нам надо. Так, на секундочку. Мне надо, у меня есть тесак. Давай. Так, взять. Зачем мне скрыть предмет, взять? Это сигареты отравить. Пули, что? Так. Где тут что есть?
Блин, заблудиться можно. Так. Включить, включать не надо. Какой-то боевичок идет. Блин. Так, подожди, ты не должен уйти. Давай-ка смотреть, что у нас здесь имеется. Взять телефон. О, включить 3D принтер. Вот что нам надо. Нам надо же лицо это создать. Все понятно теперь. Так. Подожди. Тавро для клеймения. Ну и гаечный ключ у меня тут. Так, где тут в подвал-то спуститься? Уничтожил. Вот оно. В подвал спустились. Где у меня лицо? А, он сам поди покажет, ну-ка. Да, сам покажет. Вот так вот. Мы прошли его. Все интереснее и интереснее. Кто-то спешит уйти. Это ясно. Кем бы ни был командиром этой группировки, он успел выбраться. Оглянись, 47-й. Мы все ближе. Так, ну я зашел. Ну и что я здесь вижу? Какая-то сеть. Люди, имеющие власть из всех секторов. И знакомые лица. Томас Кросс. Клаус Стрэнберг. Итер. А это пропавший банкир Юджин Коб. Так-так. И есть название. Провиденс. Что? Нет. Это невозможно. Невидимая рука. Я думал, это миф. Гипотеза не более того. Идея, согласно которой небольшая группа, определяющая в чьих руках контролирующая достаточно политический бизнес лидеров, может, по сути, тайно управлять миром. Типа масоны. Продолжай поиски, 47-й. Нам нужна полная картина. Блин, ну это да, действительно такая миссия, так скажем, сложная в этом плане. Так, осмотрите командный пункт. Что-то есть. Содерс. Что это значит? Ну, это значит, что Провиденс проникла в МК. И Эрик Содерс их оперативник. Ублюдок.
все сходится. Это он убедил Советом К провести эту операцию. Это все меняет. Ну, все, значит, понятно. Выбирайся, 47-й. Мы получили то, что искали. Что насчет таинственного наемника? Он уже не является нашей главной проблемой. МК скомпрометирована. Мне всегда было интересно, существует ли Провиденс. Но я никогда... Мне придется поговорить с советом директоров. Но помни мои слова, 47-й. Окей. Найти выход. Что его искать-то? Вот он. У меня даже ломик специально есть. Но я наследил. Никакой тени, никакой скрытности. Пипец, вынес половину народа. Это кошмарно. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Ну и увидимся уже только на следующей миссии. А сейчас небольшой ролик. Даже, по-моему, два там ролика стояло. Роуса больше нет. Это из-за меня, да? Они меня выследили? Не могу в это поверить, я же все меры приняла. Роуз знал, на что идет. Они все знают. Ты сделала все отлично, Оливия, я горжусь тобой. А теперь послушай. МК знает о тебе, они оставили тебя в живых, потому что ты им была нужна, но теперь нет. Мы больше не будем разговаривать. Надо подождать, пока пройдет буря. Не нравится мне это, ты знаешь, что, на что способен человек. Тебе нужно положить этому конец. Я сбежал оттуда в детстве. И... вместе с моим другом. Вот, видимо, я друг его. Мы вышли на маленькую общую общину фермеров. Люди там были ужасно бедными, и одна женщина нас приняла. На следующее утро нас разбудили выстрелы. С десяток людей лежали лицом в снегу. Наш надзиратель не любил оставлять свидетелей. Они застрелили женщину и ее родных последними, следя за тем, чтобы мы все видели. «Это наш дар», — сказал нам надзиратель. «Наш дар и проклятие. Касается чьей-то жизни, только отбирая ее». Ты его знаешь? Конечно. Лучше, чем кто-либо. Итак, 158 чувством я почувствовал, что все-таки старый друг за мной присматривает. Хотел убить, правда, говнюк. Ну ладно, что ж. Пока.